80% овощей и бахчевых заводятся в регион Изывния. В этой связи акимом области было поручено создать условия для выращивания этих культур. Глава региона лично проинспектировал, как это поручение исполняется. В целях исполнения поручения акима области в регионе для выращивания овощей и бахчевых было подготовлено 1454 гектара. Однако аким области уверен, что цифра эта завышена. Нурлыбек Налибаев потребовал не заниматься приписками. Нужно реально решать проблему насыщения рынка продовольствием. Мы должны создать возможности для заготовок на зиму. Прежде в городе мы занимались этим. К сожалению, большого интереса не было. Но всем, кто хотел выращивать, мы бесплатно давали земли. В самом южном районе под Бахчу выделено 429 гектаров, на которых работают более 3000 семей. Житель аула Жайлма Абай Курпибаев – бахчевод со стажем. В этом году на 2 гектарах посадил арбузы, еще на 2 – овощи. На 2 гектарах арбузы посадили, дополнительно морковь, картофель, помидоры. Ежегодно заготавливаем на зиму запасы. В ходе поездки в район аким области ознакомился с ходом строительства школы на 300 мест в райцентре. Глава региона потребовал от подрядчика должного качества и сдачи объекта в срок. Потому что в районе есть бородатые стройки. На разъезде май в сентябре должны сдать новую школу, но она пока завершена только на 70%. Далее глава региона с подарками навестил и отдыхающих в лагере Талдасу ребят. Сейчас здесь отдыхают 300 детей. В целом в области в местных лагерях смогут этим летом отдохнуть свыше 8 тысяч школьников. Аким области считает, что необходимо наладить круглогодичную работу этих лагерей.